Окей, бон аппетит, с вами Филипп Кофе, и сегодня вместе с нами поиграет мистер Твистер. Да, ребятушки, всем привет, сегодня мы играем с нашим подписчиком. Да, ребята, всем привет. И у нас сегодня очень-очень плотная и очень крутая карта. Что Олег раньше был подписчиком, что Твистер, вы чисто хором сказали. Да. Ну, в общем-то, ребята, очень плотная карта, здесь электрошокеры, и вас, ребята, надо пристрелить. Ой, я в Максима попал. Это вам подарок, пацаны? Твистер, аккуратно. Это сейчас было очень прикольно. Не, подбери меня, пожалуйста. Олег. Макс, еду. Макс, давай. Садись. Давай, вот сюда. Ой, тихо. Я буду в них кидаться дерьмом. Вот, кинулся. Ой, так, подожди. Это... Видишь сам то, что это нечестно было? Я садился на мотоцикл. А ты, кстати... Царю убить, вы тоже нечестно убили мистера. Ты вообще на какой мотоцикл-то садился? Я потому что не видел, что ты ко мне садился вообще так-то. Обижал я, хотел. Ай, почти попал. Блин. Козёл, а? Подожди, вот, я вижу, какашка полетела вон слева от меня. Так, ладно. Ребята, если вам показать, вы хотите увидеть, да, как работают эти вот странные штучки. На них нельзя наступать, потому что происходит вот это. И меня еще дергают в Кондрате просто. Так, все, погнали, пацаны, погнали. Не знаю, говнистый мотоцикл. Ну взял, ну нормально, раскраска. Че тебе не нравится-то, а? Оп-оп-оп-оп. Бля, попал почти. Куда? Прямо въебал ему. Отлично. Так. Ой, это взорвалось рядом с Олегом. Пробуй в него влететь. Ой, куда я поехал? Куда едешь ты? Так, я тоже, кстати, врезался в эти кустарники. Ой, и в этот рыночек маленький. Ой-ой-ой. Чё сейчас только что за лаги были вообще? Да я почти попал. Блин, ты по мне попал так-то, Лёха, ты меня задел, но... Да. Бля! Да! Я не видел, я её не слышал. А так это была обычная граната? Она под тобой была. Охренеть. Бес выселился опять снова у кого-то. Ну ладно, ребят. Ой, вот так вот просто начинать каждую серию вместо приветствия. Просто плевок вот такой вот. Знаешь, какие-нибудь пришельцы с планеты жопа такие по поведению Максима. Просто сперма какой-то с поля. Дали последний герой. Упражнение, блядь, Максим. Ну, покажи, Леша, класс. По-моему? Граната. Неужели я никого не убил? Тише. Так, надеюсь, она попала куда-то, закинулся. Мы катаемся по городу. Сиди сюда. Да, ну-ка давай-ка покажи. И контактная мина. Ой! Понятно. Ну, там аккуратно, у вас там много мин уже, я понимаю. Так, отлично, пролетели, выжили. Что-то взорвалось. Это моя мина. Или мой пуканчик. Потому что на меня двое целятся. Ой! Ладно, хорошо, так. Я не попал. Я залетел. О, так, отлично. Я жив еще. Капец, там взрывов, посмотри. Это я постарался. Ой, уйди отсюда, фу, говно. Блин. Фу, говно. Блядь. Макс, стоп, погоди. Вы еще живы там, да, наверху, как я понимаю? Нет, все, один остался, Макс. Ну, попал. Вы один на один остались. Я понимаю, это Лёш, я понимаю. Моя задача, так я понимаю, затащить, да? Я попёр в наглую на Максима, хотел его сбить мотоциклом, но он меня подстрелил раньше, чем это. Так, у тебя есть шанс. Давай в него прям. Давай. Под ноги, красава. Что там нахуй было? Уйди отсюда. Фу, говно. Ну блин, ты, короче, все. Да, все, ща. Где ты вообще? Не вижу тебя. А вот мина, так, они тут есть? Отлично. А что там реально есть обычные мины? Ну, нет, бесконтактные. А, бесконтактные, то ладно, это таки. Они лучше, чем гранаты, по сути. Ну да, в любом смысле, гранату не слышно, она взрывается через время. Вообще подозрительная такая штука. Я так. Нифига ты манцуешь от души. Понятно. Спасибо, Олежа. Ясно. Просто. Ой, аккуратно! Так. Он ждет, он пасет тебя. Выезжай не прямо только. Гандон. Сейчас покажу скилл. Показал, спасибо, посмотрели. Олег тоже скилл. Минута славы, слепые послушивания, знаешь. Делаем ставки, короче. Знаешь, за место проекта голос скилл в GTA 5. И там такие кнопки должны нажиматься. То есть, это, кто-то раканул, и все таки на меня посмотрели. Типа, а чё это, да? Короче, сейчас будет супер... Ну, покажи.
Алло! Просто почти показал, Макс. Понимаешь, ты мог это сейчас почти почувствовать даже. Вот чувствую. Я сейчас попажу. Попажу. И, Макс, Максим, у тебя попажу вообще жу. Я тебе скажу. Ой! Давай. Ты, блядь! Да что за бред? Почему? Кто кого? Я не понимаю. Почему так долго? Да, ну это потная катка, мне очень сложно в тебя попасть, а тебя меня последний прицел убить сложно. Что ты сказал? Тихо, давай, тише! Блин! Ой! Блядь, ты как попал? Куда я? Я не шел! Просто лайкусик. Я просто нажимал W, сука. Я застопорил тебя свои гранаты, понимаешь? Это магия, это черная магия. Черные баки. Черные шутки вообще. Друзья, мы поменялись командами. Сейчас я с Лехой, получается, Олежа. Против подписчиков. Историческая, да, такая сводка. Подписчики против, так скажем, основы, против легенды. Че, вдвоем поедем, Твистер, или как вообще? Давайте вдвоем на одном мотоцикле, чтобы мы с двух оружий вас. О, давай, погнали. Блять, Аина, шо? Бежим, Макс, там кто-то лучше что-то взорвётся. Я подскользнулся! Честно, мне кажется, что кто-то сейчас умрет. Это, наверное, буду я, скорее всего, ну ладно. Твистер, что, погнали? Давай еще раз по второму кругу. Давай, Олежу убить надо, Олежу. Оп! Ой! Беги! Там вонь. Кто-то там... Что-то взорвалось, ну вот... Я вижу, Макс, надо по ним просто стрелять. Ой, решетка! Блин, так-то... Ух ты, чё это было только что? Это же чё-то там все друг на друга наезжают. Да. Что ты чё-то, мать, слышишь? Попал же! Ну нет. Ух, как я ещё так идеально приземлился, вообще не знаю. Так, ладно. Попал же, надо убегать в другой. Чё-то как-то сложно на самом деле попасть. Сложно, потно, ребята, да. Получается, гейм, потому что эти вонючие куколки... Могут. Нет! Прям я сейчас... Я... Ух, ясно. А-а-а-а, как страшно-то. Ай! Не под... Мина. Где-то мина, Макс. Мина? Макс, мина. Смотри, сейчас я её взорву, аккуратно. Бля! Да ёбай, не реально попасть, сука. Давай взрывать, да! Нет. Да ну! Смотри, сейчас было. Блядь! Я же знал, ой! Что там, она и взорвалась. Ой, хорош, Твистер, ой, хорош. Это я не понял, как бы, вы что, читы подрубили или что? Мы тут спокойно 2 минуты с Лёхой сейчас держались, вы просто сейчас след друг за дружкой нас сейчас заколотили. Ну, подписчики тащат. Я, блядь, думал, там мина взорвалась. Марксмен, виз прокси. Спасибо, техника чтения в школе подвела. Так, что, погнали? Ну, как бы, все равно все видно, и все прекрасно, достоверно, ясно, да что это вот... Это все достоверно, давай уже, едь уже, и мы тебя размотаем. Воу-воу-воу-воу-воу. Так, ладно, попытка номер Макс, ясно. Попытка номер Макс? Нет, просто я, короче, ехал и случайно немножко не в ту сторону поехал. Какая-то штука, которая не взорвется вообще? Лучше просто, лучшая смерть была. Да как так-то? Ой. Да, все в... Нужно им тренировать, ребятки. Так, нужно вилять. Как я взорвал Леху, чё? Я вообще не видел, где эта мина. Я ее не слышал, ее не было. Это граната была. То есть гранаты еще, да? Да. Успех, ты кидаешь как бы не в людей, а кидаешь в контейнеры, все. Как я встану теперь-то, подожди. А вот, нормально. А, ты тоже под эту рампу заехал? Я тоже из-за этого оттуда появился. Нет! Я упал! Просто я стою еще тебе в добавку вот так вот. Пал, что случилось с тобой? Он на электрошокерах. Он на электрошокерах подскользнул все эти. Скажи, что яйцо зачесалось. Ну так и надо, да, на самом деле. Мы снова поменялись командами, теперь я с Лешей. Я не могу понять, что это нам дает, потому что в любом случае мы все проигрываем, ну, по крайней мере. Да, за кого не играй, почему-то поражение у обоих команд. Все время, да, именно что так. Так, ну Лех, ты готов? Я готов всегда, как пионер прям, знаешь. Давай. Комсомолец, готов всегда на все идти. Ты был хотя бы Максиму. Комсомолцем? Лови посулю! Ты меня чуть не сбил! Ой-ой-ой-ой-ой! Так рядом, вот в миллиметре, да, какого-то пролетело тебя? Капец, я аж обосрался, у меня аж сердце застукало. Ой, это... Это что такое? Твистер, ты что, как вообще сейчас, а? Я не знаю, наверное, гранату бросил. Ой, замансовался, ты. Перезарядка. Ай, попал, да как? Сука. Да блин, не получается. Там же мина рядом с тобой. Блять, я на... Ааа, Лёша!
Я чё, теперь один остался? Ну ты чё? Даже предупредил, сука, я этот момент хотел бежать уже. П на нуле. Нет, быстрее садись! Хорошо, что Олег кривой. Да блин, я не могу! Олег, стреляй по бочке. Какой вот этот? Шопль подсказывает, это чит. Я еще знаешь, какую применю чит? Тихо. Подсрать, надо покушать, так, привет. Олег, молодец. Еда, так, вот жрем у нас Эрго Кейзер. А чё, сука, у меня не кушает? Не хочет. Он тебе головой мотает. Пидор. Головой мотает, не хочет. Я не вижу, что он там не хочет за него. Лёха, ты смотри, там деньги. О, чё нашёл? По ним надо стрелять, да по минам, Олег знает. О, едет. Аэршот давай. Так, блин! Беги. И, так там нет. Кстати, в прицеле почему-то не так это, не работает, да, херня? Ну. Какая херня? Нет, кстати, я сейчас... Электрошокеры, они не всегда срабатывают. Да, когда не всегда. Беги! Ну, чё это? Стой! Да ну, почему ты не убился-то? Потому что я мансую, я сегодня танцую. Подожди, нужно... Блин. Женщина не мансую, женщина, я не мансую. Почему хватит, каждый раз, когда я стреляю, нормально. У меня все время как-то вон... Я просто в мотоцикл, короче, попадаю, да, как бы, и всё. Давай по ЦП, Олег. Саняш, ты понятный. Давай. Насадил на удочку свою. А кто это? Подожди, это был не я. Это я. Это был Твистер. Нормально стрелки перевели. Ой, блин! Как? Все, ранг удаляй нахрен. Это угарно. Ну, Макс, давай, в принципе, знаешь, как сделаем? Мы с тобой хардкорные чуваки, мы с тобой просто приедем туда и мачете разберемся. О, ну вот так хотите. Ну удачи, удачи. А нет, знаешь, как сделаем? Я к тебе на мотак сейчас. Еще более брутальный заход. Сейчас покажу. Подожди, Макс. Я еду один, я что, не батя, что ли? Нет. Я покажу, как бы, что надо вообще, как по жизни, знаешь, разрулить. Ну что? О, Твистер, вот это ты хорош! Ой, беги! Где? Стой, где-то там, где-то рядом. А, прям на сетке, вот это, прям. Ясно. Я разорвал, отлично. Ой, ты дай встать. Я не могу встать просто. Держись, я не могу тоже встать. Блин. Ну вот я почти успел. Разгончика. Ладно, так. А, у Лёхи-то хп не так уж много, поэтому... Так, главное сейчас... Одно попадание и все. Да. Ну, если в тебя сейчас прилетит въебавый мотоцикл, и еще граната подскочит, все, тебе хана. Давай, Олег, давай, граната. Граната там, вот, братан, как надо. Отпало давай, да. О, а еще. Она туда улетела, капец. Дэмэть. Блин, ты... Косой. Кажется, что ты дурак. Так, я его развожу на патроны, хотя у него их там много. У меня их так-то много их. Разгонщики. Блин, неудобно я вообще знаю, стрелять с этого оружия, непривычно так. Так, да, оно перезаряжается долго. Ясно, понятно. За меня. Я хотел мотоциклом сбить, не перерасчитал скорость. Ясно. Топовый. Ну что ж, дорогие друзья, на этом все. С вами был Филиппин, Такс Куфи и ныне мистер Твистер. Всем адьос, амигос. Удачи, пока, до скорых встреч. Всем пока-пока.